Захира Бегалиева, являюсь президентом корпоративного фонда «Ерекше Тандау-Шиле», который расположен в селе Шиле, поэтому называется так. Мы работаем в области продвижения прав лиц с инвалидностью в отдаленных регионах Казахстана. Наша организация молодая, ей всего 4,5 года, поэтому очень не хватает знаний в различных сферах, как вести некоммерческую организацию. Когда мы узнали, что запустился курс веб-академия, мы с командой просмотрели, нашли для себя очень много полезных уроков. Лично я сама прошла вот по финансовой отчетности, так как на тот момент мы подавали заявку в Самрук Казна Траст. И многие вопросы, которые нам задавал донор, не могли ответить. А когда мы прошли курсы, наш бухгалтер уже совместно с ним быстро разработали все организационные документы, положения, руководство, как вести финансовую отчетность, как его документировать. И как только нам задавали вопрос, есть ли у вас вот этот документ, мы тут же вытаскивали, так как были научены в веб-академии, что при подаче или при отчетности нашим грантодателям необходимы такие документы, как положение о закупках, кассовых операциях, какие средства поддерживаются донорами, какие не поддерживаются. То есть мы смогли учесть все эти вопросы благодаря вот этому курсу. Лично я специализируюсь на том, как правильно и успешно подавать заявки в госсоцзаказы, в грантовые комитеты, то у меня есть определенное количество людей, которые приходят на мои тренинги. Этот курс дал более четко и понятно объяснить моим слушателям, как предоставлять отчетность, как сформировать первичные документы или другие документы. И мои слушатели все, по-моему, многие из них прошли ваши курсы не только по финансовой отчетности, но и как писать заявки, как проводить исследования. В сайте очень удобно, так как лекции короткие, и они быстро запоминаются на понятном языке. Нету там большого романа, который нужно по полтора часа слушать, на это обычно не хватает времени. И можно между перерывами быстро пройти тот или иной курс. Очень хорошо, что есть практические работы, так как закрепляешь то, что ты получил, а не только прослушал. Здорово, что ты можешь получить обратную связь. Там, ты то-то не так сделал, или там-то вам нужно поработать, или ты здесь вообще супер. Очень благодарна веб-академии за то, что предоставляет возможность получить такие ценные знания совершенно бесплатно, в удобное время, на понятном языке. И это как палочка-выручалочка для многих.